Приветствую, зритель! В этом видео я расскажу про изменения Хейхач в четвертом сезоне. Итак, начнем. 1 плюс 2. Изменена фреймдата на блоке. Было минус 12 фреймов, стало минус 10. Также уменьшен рекавери при попадании в хит на 2 фрейма. Хороший баф. F3. Уменьшена дистанция между вами и соперником при попадании в блок. Хороший баф. Райджен 1 и Райджен 2 увеличен нижний хитбокс атаки. Баф, но я не замечал каких-то проблем у данных ударов. Даунбэк 2. Увеличение урона с 23 единиц до 25. Также изменена фреймдата на хите. Было плюс 5 фреймов, стало плюс 6. Хороший баф. B3. Изменен стартап удара с 14-16 фреймов до 14-15. И увеличен нижний хитбокс атаки. Неплохой баф. B3-2. Новый прием. Стартап 14 фреймов. Хай-хай. Natural Combo. Наносит 34 урона. Плюс 8 на хите, минус 1 на блоке. Второй удар – контр-хит лаунчер. Можно использовать как 14-фреймовый панеж для получения преимущества в плюс 8 фреймов на хите. Также будет использоваться в качестве филлера в некоторых комбах. Также работает как вал-комбо, но только по мужским и большим персонажам. В целом хороший прием. B4. Изменена реакция соперника при попадании в контрхит. Теперь это лаунчер, но скрю после этого вы сделать не сможете, так как свойство уже потрачено. B1 плюс 2. Изменена фреймдата на хите. Было плюс 2 фрейма, стало плюс 8. Отличный баф. Теперь благодаря плюс 8 на хите появилось небольшое окно для хит-конферма. Для продолжения удара нажмите еще раз 1 плюс 2. КД1. Теперь у данного приема есть свойство хай-краша. Хороший баф. КД4. Нейтрал 4-4. Изменена фреймдата на блоке на последнем ударе. Было минус 16 фреймов, стало минус 14. Также изменена фреймдата на хите. Было минус 5 фреймов, стало минус 3. Очень хороший баф. Теперь данный стринг не наказуем лаунчерами стартапом от 15 кадров. Bale Standing 3 1 плюс 2. Изменена реакция соперника при попадании в хит. Один из самых лучших бафов Хейхача. Теперь вам не нужно делать после данного лаунчера Health Sweep для продолжения комбо, как было ранее. Комбо делается проще, и оно намного лучше. На этом я заканчиваю данное видео. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться. В дальнейшем еще будет много интересного. Также я стримлю на YouTube и Твиче. Ссылка на Twitch будет в описании. Заходите, общайтесь и задавайте вопросы. Всем пока.